Здорово всем подозреваемым, и с вами, как всегда, Саня Слоун, и только что вышел новый легендарный скин «Коллекционер значков». Ребята, новая анимация убийства и новая лего уже в игре. Давайте посмотрим на анимацию этого скина и примерим этот новый легендарный скин на всех персонажей и посмотрим, на ком же он будет смотреться топово. Ну а ты, не забудь поставить лайк, подписаться на канал и нажать на этот радостный колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну и, конечно же, в настройках игры вводи самый топовый код автора Слоун. Ну а мы проверяем. Поехали, ребята, давайте посмотрим. Оп. Воу, вот это анимка вообще, что? А ну давай еще раз. Смотри, у него карточки какие-то, он бас и засасывает в эту карту. А этот посох, типа, он что делает вообще? Вот мне интересно. Вау, ну посох топовый, смотри. Офигенно просто выглядит. Ребята, ну вот на Кейт, вот на Катьку подходит прям идеально. Вот, я не знаю, 1680 алмазов, мы, конечно же, его купим, ребята, на один из этих персонажей. Давай посмотрим, подожди-ка, давай поглядим, короче, с самого начала списка. На кого он может подходить? Давай посмотрим на петушка Роджера. Может быть, на Роджера будет подходить нормально. Ну, на Роджера, блин, подходит на Роджера, ребята, тоже, посмотрите. Вот, знаете, как причесочка, горшок вот это, знаете, типа, тут такая вот странная притча. А ну давай на Брюса, Брюс у нас мужлан, интересно. Реально на Брюса, блин, капец. Не, на Брюса не подходит, ребята. Давайте на Яру посмотрим, что у нас тут по Яре. На Яру должно подойти. Но, в принципе, да, есть там голубой оттенок. И как раз на Яру очень сильно подходит. И на Яре, ребята, у нас нет ни одной леди. В принципе, можно было бы взять и на Яру тоже посмотреть, как это будет. На Дюка даже подходит, ребята. Даже на Дюка, я в шоке. Действительно, такой скин странный. Вот он прям подходит практически всем. Не, ну на Мило, мне кажется, вообще самая топовая. Вот там самый топовый скин, наверное, на нем. Не, на Мило не очень подходит. Давай на Рите посмотрим. Ну, она как будто бы, да, кто-то неправильный парикмахер какой-то. Не, не подходит, ребята. Не подходит на Риту. Давай посмотрим на Фила. Что у нас там по Филу? Не, на Фила тоже. Ну, плюс-минус идет, в принципе. Но не прям, чтоб идеально, но идет. А нам нужно, чтобы совпадало на 100%. Вот на Ванду, знаете, почему подходит? Потому что у нее скины плюс-минус похожие были в ее сезоне. Пиратские, да? И поэтому на нее, ну, прям такое подходит. Потому что мы привыкли ее видеть примерно в таких скинах. Поэтому на Ванду не очень. Давай на Бетси глянем. Ну, на Бетси такое тоже не очень. Так, а ну Фрэнк. Ну, на Фрэнка хоть что-то когда-то должно подойти. А то вообще он просто стоит голый. Но на Фрэнка не подходит. Ну, его хобот закрывает просто все вообще. Так, а ну давай у нас Пауло есть. А ну-ка давай на Павла посмотрим по-быстренькому. На Павла плюс-минус подходит, только из-за того, что челочка. А ну на Молли подожди давай. А ну Молли. На Молли не, ребята. Молли уже никак не украсить, просто это невозможно. Молли можно только изуродовать еще больше. Поэтому ждем на Молли какой-нибудь уродский скин. Так, а ну, коллекционер значков, еще раз смотрите на Ларри. Ну, в принципе, фиолетовый с фиолетовым смотрится неплохо. Ну, Ларри у нас пацан, так что не подходит. А ну-ка, Донна, давай, Донна, наша девочка. Ну, кстати, ребята, вот на Донну хорошо идет. Вот как раз причесочка зеленая. Даже, мне кажется, лучше, чем юрский период на нее подходит. Да, вроде бы неплохо на Донне смотрится. Но, по-моему, вот этот слюнявчик, фартук этот, как-то чересчур большой, мне кажется. Они уже по полу аж волочатся. Так, Рокси. На Рокси, кстати, классно смотрится, посмотрите, да? Вот, ну это чисто на мой взгляд, как бы, да? Я не могу говорить от имени всех, но вот на мой взгляд. Ну, Тоби вообще не катит. Тоби катит бутылочка водки, да, в руке, и все, в принципе, это Тоби будет. Так, вот такой какой-нибудь легендарный скин, Russian Power, кого-нибудь назвать, да? А ну-ка, что у нас тут? Коллекционер значков Скелли. Так, ну на Скелли, в принципе, мне кажется, все идет, она как манекен просто работает. Так, мы Урсулу пропустили, ну-ка давай Урсулу посмотрим, что у нас там на ней. Т-т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 
нравится. Так, коллекционер значков на Люси. Ну что? Ну, Люси, в принципе, подходит, но уже получше, чем у Фрэнка, да? Как минимум, да? Так, Теко. Поехали смотреть, что там у нас по Теко. На Теко, кстати, неплохо. Неплохо на Теко смотрится, очень даже неплохо. Но все равно могли бы и получше. Давай дальше у нас идет Оли. Теперь у нас по списку, да? Открываем Оли. На Оли классно вообще. Вот на Оли мне нравится, прикольно. Может, на Оли его и взять? А, ребята, на Пиги у нас уже, по-моему, 3 легендарных скина. Четвертый будет, ну, уже чересчур. Хотя на Пиги тоже неплохо смотрится, ребята. Дальше Бак у нас. А ну-ка, давай посмотрим на Бака. На Бака хоть что-то подойдет когда-нибудь? Не, на Бака не подходит, но... Не, ну хотя, мне не подходит, ребята. Ну хотя поугарать можно будет взять на Бака. Стив это просто эксклюзив, и на нем только Мидас, наверное, должен быть. Но на Стива, кстати, подходит. Стив типа мальчик, но и в то же время теперь и девочка получается, да? Мы же за равноправие, как бы. Так, Чипи. На Чипи подходит, в принципе, почему нет? Так, Финн. Вот этой будет интересно, и мало кто сможет примерить на Финна. Вот, смотри. На Финна, в принципе, ну не знаю, 50 на 50, ребята. Мелвин, а ну-ка давай. Мне вообще кажется, что он ни на кого не подходит. Мелвин, ё-моё. На Мелвина тоже чуток подходит, ну это из-за чёлки. Так, а ну-ка, Никс, давай глянем, что у нас там по Никсу. Так, Никс,
На Никса вообще все подходит. Мне кажется, Никс это вообще универсальный персонаж, на которого все делается изначально. Наверное, на него и подбирают все эти скины. Типа он как стандартная моделька просто, да, персонажей, самый первый. У Луи, ну, в принципе, на Луи тоже идет, как бы, неплохо. Вот, интересно, кстати, на Пеппера пойдет или нет? А ну-ка, давай. На Пеппера, кстати, неплохо. Даже, кстати, вот если так посмотреть, то это даже как будто бы не девчачий скин на нем, да? Вот так, если посмотреть. Вроде бы как нормально. Ну, Пеппер у нас, в принципе. Давай на Фазе глянем, а ну-ка. Аж интересно, что с бровями как будет сочетаться. Ну, на Фазе, кстати, бы неплохо, в принципе, можно было бы взять. Но не видно частично этого скина снизу, да, в нижней части, получается. А ну-ка, Зак, ну, на Зака хоть что-нибудь подойдет, кроме вот этого скина космического, ну-ка. Зак, ну, знаете, как резко превратился в девочку. Вот реально, да, по факту, просто чекай. Реально в девочку превратился. Так, а ну-ка, Джейд наша радостная, давай. Джейд и девочка, и как раз на ней, ну, в принципе, если сравнивать с характером Джейд, то ей, конечно, не подходит. А если так, просто с виду, то, конечно, нормально. Неплохо. Так, Тони. Танос в скине аниме. А ну-ка. Танос, просто чекай. Не, не подходит на Таноса. Хотя нет, подходит, почему нет? Прикольно смотрится. Так, а ну-ка, Скейли давай. Вернее, Скейли. Кейли, ё-моё, Кейли, Скейли. Кто придумывал эти имена? Так, смотри. На Кейли что скажешь? Я вот не знаю реально. Ну, 50 на 50. Ну, вроде бы как большую сторону как бы подходит на нее, да? Посмотри. Вроде как бы неплохо смотрится. Так, а ну-ка, Генри давай. Генри у нас сейчас станет девочкой сразу. Генри просто, вот это, знаешь, челка вот эта обрубленная, блин, капец, конечно. Ну и скинцы, блин, а, разработчики. Это, наверное, у нас так глава компании ходит вот так вот. Капец, ты чекай, как на Дебби просто. Посмотри. Это, знаешь, агрессивный доберман просто и вот эта челка просто, да? Чекай. Кстати, на Дебби можно было бы взять поугарать, но на ней уже есть лего. Ну, кстати, это чисто для угара вот на Дебби взять, реально. Так, Мелвин у нас, смотри. На Мелвина, кстати, подходит. Ну, на Дебби это вообще угар просто, ребята, я не знаю. На Дебби это прям пушка. А, кстати, на Айрис будет тоже глянуть, интересно. Ну, я не знаю, не очень подходит. Не очень. Как-то не особо. Хейзл не вкатывает. Не очень. А ну-ка, подожди, змея. Вообще не то, да? Вообще не то. На змею вообще, то есть, не, на змею вообще не подходит. Так, а ну-ка, давай на Катьку посмотрим еще раз. Но он на Катьку подходит. Но знаете, в чем прикол? Если вы возьмете его на Катьку, то, ну, типа, некоторые, кто, у кого нет золотого пропуска и будут с вами в катке попадаться, они будут думать, что это скин из золотого пропуска. Потому что он очень похож на скины из паса. Просто он легендарный, у него есть своя анимация убийства. Но так очень скин похож на скины из пропуска. Вот реально. И поэтому, ну, не будет особо видно разницы, если вы будете в ее эксклюзивном скине из паса или в легендарном. Поэтому, если вы хотите выделяться именно, то на нее лучше не берите. Потому что, ну, просто вы сольетесь просто с толпой, и никто не будет знать, что это лего. А вам нужно, чтобы эффект получить, что это как бы лего. И на кого же мы его возьмем, ребята? Блин, на кого мы его возьмем? На Хейзл не подходит, на змею не подходит. Давай попробуем на Кейли. Попробуем, посмотрим еще раз. Ну вот на Кейли нормально идет. А давай на Кейли возьмем, да? Почему нет? Или, блин, ребята, это сложный очень выбор, на кого выбрать персонажа. Вернее, легендарный скин. Ну это очень прям сложно, капец. Я даже не знаю, ну вот нам на Баке мы вот, ну на Баке не подходит. И на ком его брать? Может быть, на ком его брать, ребята? Я даже не знаю, на кого брать этот скин. Просто, что делать? Может, на Луи давай посмотрим? Ну нет, на Луи не подходит. Ну реально, ну этот скин не подходит. Вот на Ванду и на Катьку вот лучше не брать. О, подожди, а на Рокси-то, ё-моё. Мы же, по-моему, посмотрели на Рокси топово. Да, точно, мы смотрели на Рокси, было имбово. Поэтому мы будем брать его сейчас. Я буду сейчас донатить в игру, получается. Я задоню на этот скин, и мы его, конечно же, купим, ребята. 1680 алмазов мне нужно будет сейчас вдонить на этот скин. У меня 264, ну давайте вдоним, а что поделать. Итак, ребята, ну что, донат есть на моем аккаунте, 1700 алмазов, и нам этого четко хватает на новый легендарный скин. Ну что, покупаем, ё-моё, а чё нет-то? Поехали. Вот она, анимация прибытия нового легендарного скина на Рокси. Посмотри, опа! Вы открыли Рокси, коллекционер значков. Ну и теперь, ребята, я предлагаю просто на этом скине имбовом залететь в катку просто. Да, теперь мы ее выбрали, теперь у нас есть этот новый лего. Смотрите, какой значок прикольный. Да, прикольно выглядит. Питомца у нас на нее нет. Ну, не, ну скин выглядит неплохо. Вот особенно карточка и вот это вот все. И давайте просто сейчас пойдем. Определен следующий язык, конечно, правильный. Ты чего, сынок? И командные войны опять же таки. Посмотрим на реакцию людей. Ну что, сынок, идем? Как вам скинчик? Норм. Мила, хочешь увидеть топовую анимацию? Феечка. Милочка. Я фея. Стой, 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 стой. Я фея, я должен быть первым. Что ты хочешь, Мила, увидеть? Мила, анимацию хочешь увидеть крутую? Ты хочешь меня убить, да? Нет. Я спрашиваю, я же не убиваю, я спрашиваю. Ну давай.
Сначала Яра увидел. А мы уходим? Нет, мы не уходим. Грибок меня убил. Ты даун? Да. Ты даун? Да. Просто, ты даун? Да. Просто вот так вот, чел. Ты даун? Да. Вот и все, и спор закончен просто, понимаешь? Сразу. На просто, сынок. Ну как тебе анимация, а? Как тебе анимация, сынок? Ой, уходи. Бетти, давай договоримся. Давай договоримся, Бетти. Яра, останови его. Яра, останови его. Стой. Мы не будем договариваться, сынок. Откат уже произошел, да? Теперь я смелый. Теперь уже можно. Нет, у меня откат, я убил Яру. В смысле? Он только что бегал внизу. Алло, как? Ах ты, сынок. А ну-ка, давай. А, вот он, ё-моё, его даже не заметил. Он тут спрятан, смотри. Как это? Вообще, вот это имбовое место для того, чтобы сныкать труп просто. Вот тут становишься, умираешь, и тебя потом хрен увидят. Ну, по крайней мере, шанса больше. Ё-моё, а, Соколов! Не, ну вообще, скинчик, ну неплохой реально. Выглядит прикольно, анимация тоже прикольная. И даже значок у него имбовый, коллекционер значков. Каких значков? Алло, разработчики, а где наш новый режим? А где все это? Ладно, хотя бы новый легендарный скин завезли. Теперь будем уточнять у разработчиков, что же будет происходить у нас с новым режимом, который с этим именно и связан. И у него, получается, гадальные карты, и на одной из них написано слово «жертва». То, что как раз-таки я вам и рассказывал. В общем, следующий видос, ребята, выйдет просто имба, поэтому просто ты в любом случае не пропустишь, поэтому ставь лайк, подписывайся на канал и не забудь нажать на этот радостный колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну и, конечно же, в настройках игры вводи самый топовый код автора Слоун. Ну а с вами, как всегда, был Саня Слоун. Давай еще раз так вот. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.